У нас в гостях сегодня замечательный певец, просто человек, который делает очень много для того, чтобы в Израиле звучали песни на идыш, наш гость Павел Дворкин. Спасибо. Павел, ну, я хочу сказать, что действительно ты делаешь уникальную работу, ты не просто поешь песни на идыш, которых на самом деле не так уж и много, те, которые мы все знаем, но ты занимаешься такой работой. Ты увеличиваешь количество за счет русских песен, российских, я бы сказал, песен, которые мы привезли с собой из бывшего Советского Союза, и переводишь их на идыш. Ты это сам делаешь или кто-то? Нет, к сожалению, я не могу переводить на идыш, я могу только петь. Вот, но есть люди, которые этим занимаются профессионально. Вот, к одному из этих людей относится Цви Бархана, с которым я очень много. Ну, он уже пожилой человек, он прекрасно знает русский, иврит, идыш. Вот, и много песен он мне сделал, вот такие, как «Что так сердце растревожено» Хренникова. Там как раз и я свои песни, которые пою, я стараюсь их петь, чтобы где-то в проигрыше или в каких-то все-таки звучал русский. Русский звучал в проигрыш. Я по дорогам, где не раз бродили овом, а потом перехожу опять на идыш. Вот. Ну, я связан с фондом Владимира Хваницкого. Композитора уже этого нет, но его сын продолжает дело отца. Он организовал музыкальный фонд памяти отца, и там очень много песен, которые я узнал, что, оказывается, Хваницкий очень много песен написал на идыш. Вот одну песню как раз я вам скоро спою. Это песня у нас «Слова» Леонида Коваля, который сейчас еще здравствует, живет в Риге. Очень талантливый человек, я считаю, потому что у него язык идыш очень доступный. Ну, я не могу сказать, что я какой-то там профессионал в идыш, что ты говоришь, что ты можешь переводить. Я говорю, переводить я не могу, я могу только петь. Но факт тот, что я сразу начинаю понимать очень доступные слова. Вот, и, короче говоря, вот так потянуло меня к песне, потому что именно есть хорошие песни, которые невозможно забыть, если они еще переведены на идыш, они обретают новую жизнь. У меня есть Изабелла Юрьева, я просто с ума схожу. Изабелла Юрьева, люблю тебя как прежде, но не будь таким жестоким. А я пою ее на идыш, немножко на русском. Есть что так сердце... Если можешь, прости, да? Да, если можешь, прости. Mein lieber Freund. Ich war so steppeschreiben und mein Freuer vertreiben mit der Gruß, mit der Wort. Ich weiß, du schreibst nicht kein Mal, doch ich warte noch ein Entwer, mein lieber Freund. Schrei, was tust du noch dort? Ich kann sagen, люблю тебя, как прежде. Павел, мы тебя любим, как прежде. Я тебе хочу сказать, что вот эта песня, если можешь, прости, станет просто народной среди еврейских мужчин. Ее нужно перевести не только на идыш, но и на иврит. Но если можешь, прости, это главная мужская фраза. Павел Дворкин у нас сегодня. Спасибо. Но! Но ты нам пообещал, что ты споешь песню. Опрометчиво пообещал. Буквально 2 минуты тому назад. Скажи еще раз, какую песню? Я хочу спеть песню Владимира Хваницкого на слова Леонида Коваля. Песня называется «Мамины глаза», «Мамес Ойгун». Итак, для нас поет самый задушевный идышский певец Павел Дворкин. Спасибо. Mein Leben fällt mit Mamas Augen lichtig in mein Gessen, mit Mamas Augen lichtig ist die Welt. Mamas liebe Augen, warme wie Sonnenschein, Augen wie Augen, ey, wie quell mit dir sein. Mamen, mein Teile, scheinen mir wie goldene, Amatone Gottenju, ewig ist wie Feierlach. Der Mames, Augen scheinen wie zwei Sonnen, in Frühling, Sommer, Herbst und Winterzeit. Die
mamme ken mal vet so mir nit kummen nur mamme neu gun scheinen mir von wei mamme ist liebe oi nach war im wesen schein oi galach wie foi galach ey wie fällt mir dir sei mamme nu mein taiere Scheiden mir wie Gone, Amatone Kotenju, ey, wie geht's wie Feierla. In 20, 40, 60 Jahren weiter Der Mames Augen scheinen jeder Kind. Mit Mames Augen ist ein Mensch reicher. Mit Mames Augen tanzt ein Mensch in Sinn. Mames liebe Augen, warme wie Sonnenschein. Augenlach wie Augenlach. Ey, wie fällt mit dir sein? Mamme, mein Teile, scheinen mir wie Gonde, Amatone, Kotinju, ey, wie geht's wie Feierla? Сейчас каждый думал о своей маме, потому что звучала песня на идыш о любимых маминых глазах. И пел ее прекрасный певец Павел Дворкин. А мы продолжаем нашу программу.